Длинные иглы – это своеобразные пипетки. С одной на планшет капает кровь, другая добавляет реагенты. Все это происходит за стеклом. Задача лаборантов – лишь вовремя ставить в специальный отсек пробирки. Умная машина сама их будет отправлять в свои недра. Срочный анализ крови, когда надо, который надо сделать в течение 5-10 минут, вот его отдельно. И аппарат автоматически выбирает этот цитовый анализ, как мы говорим, и делает его быстро, и выдает результат. Несколько минут, и первые результаты на руках. Лист формата А4 целиком исписан названиями исследований. По этим данным специалист даже сможет определить, был ли у пациента инфаркт. Поглядев на такие чудеса, мэр Юревич решил пройти диагностику. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Да я-то не волнуюсь. Нет, не вы. Этот комбайн третий в стране. Такие есть только в Москве и в Питере. Раньше в 8-й больнице делали примерно 10 тысяч анализов в месяц, сейчас уже 50 тысяч. А машина на какой мощности, сколько она может делать? Порядка 200. Запасы мощности еще есть. Своеобразная медэкскурсия продолжилась в приемном покое. Еще летом здесь начали шпаклевать стены и класть плитку. За несколько месяцев оборудовали 3 смотровых кабинета, один из них с реанимационным модулем. Есть теперь и отдельные апартаменты для бомжей. В спецкомнате челябинских бродяг будут мыть, здесь же им будут оформлять документы на госпитализацию. Это решило многие проблемы. Если летом, то раздевали, мыли самую грязь на улице, потом заводили в приемный покой. Больных старались, если больные не каталочные, вывести уже из этой комнаты тогда, где наша сестринская была, чтобы, конечно, порядочно-то больные с бомжами не были. В следующем году в 8-й больнице начнут еще эффективнее спасать инфарктников. Здесь должен появиться второй в городе ангиограф – аппарат, помогающий сердечным больным.